What's up, Doc? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это DJ Vigilant, и мы продолжаем проходить Bugs Bunny и Taz Time Boosters. Там, правда, я не посмотрел, как это переводится по-правильному. Ну ничего. Нам, ну, оказывается, ё-моё, вот эти львиные головы нам нужно, типа, накормить морковкой. Даже можно точно не попадать. Ага. Теперь берись за другие. Может, мне это и писалось где, но толком я не успел прочитать сначала подсказки. Так, даже нам сюда надо. Так, они вокруг. В рот надо попадать. Так, это готов. Надо им попадать так, чтобы пиранья не съела. Пиранья, которая ест овощи. Вообще пофигу. Не хочет есть. Ишь, какой сытый. Так. Не самое занятное дело, я бы сказал. Занимательное. Но ничего. Да блин, пираньи, хватит. Иди мясо ищи. Так, здесь всех накормили. Это хорошо. Где еще нам голову найти? Эти тоже накормить надо. Но у них тоже рот открыт, значит, они тоже кушать хотят. Ага. Всех надо накормить. Главное, что нам не мешают эти летучие мыши. Засчиталось, хотя ему в подбородок кинул. Хорошо, что у меня еще прицел работает. Так. В прошлой серии намучился с этим делом. Так, смотри. Дело-то идет. А если дело идет, это хорошо. Естественно. Какой-то поток еще был воздушный. Я не мог на него залезть. Я так и не понял, как на него залезть. Ага, нам везде тут все мешает, чтобы спокойно моркошкой накормить. Абсолютно все головы надо накормить, офигеть. Так, еще одна. Где там голова голодная торчит. Пойдем искать. Так, здесь у нас ничего такого нет. Тут только львы сидят, отдыхают. Так, здесь мы накормили. Так, вот еще голодная голова у нас. Сейчас прицелимся. Пошла. Ага. О, открылась. Так. Эта голова у нас где-то находится. А, вот здесь я еще... Как здесь подняться-то? А, вон как. Как я сразу не догадался. Фига я взлетел. Там еще что-то есть. Я даже ничего не вижу. Хватайся. Взлетай, я еще там видел. 25. Ага. Очень высоко поднялись, между прочим. Так, вот теперь со спокойной душой можно пойти. Так, где у нас эта голова-то? Ее еще найти надо. Хм. Где-то здесь. А, вот ты где. Вот она. Еще 25. Наконец-то залезли в этот рот. Помогите, спасите. Может, сделаем перерыв? Папа,
После этого дела беру отпуск. Сейчас Рубилова будет, видимо. Пещера Баб... Так, он бежит, на него падает. Бабу кажется не тяжелее ящика. В смысле? Бери ящик, нет? Да не трогай ты его, иди сюда, дурак. Сюда иди, да хватит его... Ох ты, придурок. Что же он за придурок? Я понял. Нам все... Нам надо взять ящики все, наверное. Или чего ли? Во-первых, надо его вырубить, он нам сильно мешает. Так. А этот ящик, он и не двигается, и ничего. Воу. Чего ж делать? А эти не берутся. Надо что-то придумать. А это берется? И этот не берется. Что тут делать нужно? Ну явно его оглушаю, чтобы он не мешался. Погоди-ка. Помни, что ловушка посередине комнаты, и на гонках такие же значки. Включи переключатель и увидишь. Баба не видит, и ужасно. Его бить нельзя. Ага. На гонконгах? Баба должен ударять по гонгам. Лучше бы он был без сознания. Значит, какие-то гонги и вот эта фигня посередине. А как я до этого гонга доберусь? Я понял. Я чую его, я чую. Я, кажется, понял, ну-ка. Ну как понял? Попробуем сейчас это. Да нифига, вот не работает. Ну-ка, если можешь к этому поближе. Пока он там встает, бежит. Да нет, ему пофигу. Он бежит. Чего ж делать-то? Может его посередине надо? Вон там этот бежит. Нет, он и тут пробегает легко. Может его... Гонгу надо вот сюда поближе. Блин, что же с ним делать-то? Он не устает. Интересно, интересно. Ловушка посередине. По башке ему дает, это падает. Какие-то звуки слышу. Но нифига это не работает. А, погоди, может нам все гонги надо перевернуть? Ну-ка, ты давай опять сюда. Мимо. Так, давай посмотрим. Вот этот. Ага, он сейчас что-то крутился. Я понял. Но они потом возвращаются. Я не знаю, что мне нужно делать. Надо положить на них что-то, получается. Куда?
Блин, фиг разберешься еще. Так. Вот эти штуки не берутся, ничего. Может, его взять попробовать? А, точно. Да чё ты? Сюда клади. Нет. Может, обгонг его? Бери его. Да бери ты его. Ладно, вставай давай. Я понял. Главное, что я понял. Иди сюда. Сейчас мы с этой бородатой-то что-нибудь сделаем. Придумаем. Целься лучше написано. Вот как. Я понял. Псих. Вот псих. Смотри, он уже. Так, где он там упал? Целься лучше, говорится. Ну-ну. На! Да он же ненормальный. За зайцем, что ли, побежал? Так, теперь на этот гонг. Давай, давай, иди сюда. Воу! Всех задел, идиот. Фига он псих. Да сюда иди. Не хочет, смотри, не хочет. Оф, иди на этот квадрат. Ну, квадрат, иди. Так. Пассажир. Молодцы. Так. Еще одна осталась. Сам ты бабачок. Сейчас по зайцу даст. А, нет, не дал. Ух ты, как мы умеет. Ты прирожденный таз. Психопат какой-то. Фига он умеет. Но если тазу дать меч, он может тоже так получится у него. Ого, вот это ему по голове проехало. Бери этого жердя. Финиш. Так, а дальше что? А, все? Да он задолбал этот утенок уже. Откуда он взялся? Откуда? Отлично, нам нельзя терять ни минуты. Бабка, ты бы сама бы его поймала. Дак сейчас в Трансильвании. Ты собрал достаточно шестеренок, чтобы открыть дверь туда. Дай я ее открою. Ей вообще пофигу. У этой бабки вообще пофигу. Лишь бы я только катался по странам. Ей вот не важно. Возьму этот бриллиант, самую главную штуку из ее этого машины. Не возьму. Вообще ей все равно. Так. Выбираться нам теперь отсюда как? И нам опять же в конце. Ни награды, ничего. Просто пришли, разобрались, ушли. Ну ладно, идем. Хотя бы 25 этой шестерни дали. Мне еще вручную обратно идти. Вот вообще никакой награды. Им все равно, разработчикам все равно. Иди пешком, называют, говорится. А как нам отсюда выйти-то, я не пойму. Вот где выход. Разработчики вообще не щадят. Так. Ну, эта схватка была такая хорошая. Так, а где у нас... А.
А, мы можем сделать вот так вот. В Гринвич. Да, и оттуда уже отправиться. Что я тут что-то придумываю, ищу выход. Блин, а я вышел, а я взял там эту 100. Ты, я не знаю. Блин, сейчас проверю. А, вон она где, я тут хожу, ищу. Не знаю, дадут нам или нет. Да, дали. Отлично. Вот теперь можно в Гринвич отправляться. И отправляться в страну вампиров? Или что-то типа того? Вот теперь опять. А то я все время эти сотни забываю эти монетки. Я даже не помню, в предыдущем я брал 100 или нет. Все время забываю эти 100. Так, в этой эпохе я, по-моему, брал. Да, я возвращался. Какой еще там? В эпохе кого там надо посмотреть? Потому что там остается последняя эпоха и уже финал. Или нам сюда и надо? А, нам сюда и надо. Ничего, в уголках нет, нет. Ну, пошли. Вау. Выпустите меня отсюда, выпустите, выпустите! И куда я попал? Отвратительное место для жилья, если ты только сам не монстр. Я, кажется, знаю, что это. Это просто ночной кошмар, плохой сон. Поймал. Так я тебя поймал. Мамочка. Не надо, это... Зачем он это пьет? Ух ты, нифига. Не знаю, что это. Да. О, увидел колбу, давай пить ее. Логика. Чему детей-то учит игра? Плохому чему-то. Добро пожаловать в Трансильванию. О. Ну давай, окменю. Ну-ка, погоди. Такое лицо, бабу. Ой, блин, зачем я это нажал? Ну нас же был, взял, ничего не нажал. Посмотри, хотел просто посмотреть на упор этой портрет бабули здесь, ну ладно. Ага, они еще опаснее. Да как тебя поймать-то? Вообще не поймаешь. А, вот. Эти с бумерангами были еще серьезнее, а эти еще серьезнее. Смей гроб. Гробы ломать. Ну чё там? Так. Так, смотри, не ломается. Прикинь, не ломается. Что мне делать? Не ломается. Нам нужна какая-то дополнительная сила. Что это за колокол? Я офигею, может Бакс со своей ногой справится? Хотя не думаю. Нифига. Нам надо какой-нибудь молот. Это типа позвон откроется какому-то. Все закрыто. О. Скелет. Скелетовская рука. Рука скелет. Так, туда надо не залезть. Это что за звуки такие? Что за звуки?
А ты точно их двигать не можешь? Да блин, что камера-то упарывается по жизни? Не можешь, да? Нет, он не может. Давай попробуем залезть сюда. Так. Ага, залез. Хочу. На. Готов. Упал. Во. Их лучше из прицела стрелять в этих ненормальных. Пойдем пока сюда. Направо туда мы успеем сходить. Не знаю, как открывать эти. Чтобы получить кристальную шестерню, найди, естественно. Ага, вот он нам-то и скажет. Привет, мальчики. Привет, парни. Регулятор времени теперь работает лучше. Вы отлично поработали, я так горжусь вами. Но игра еще не закончена. Продолжайте ее. Продолжайте. Мне осталось научить Теза последнему трюку. Ты знал, что можешь летать? Да ладно. Ты можешь. С помощью жвачки. Когда увидишь автомат с жвачками, стукни по нему и съешь выкатившуюся жвачку. Ты автоматически надуешь пузырь, который поможет тебе взлететь. Но будь осторожен, шары не вечны. У тебя несколько секунд перед тем, как он сдуется. А если... А, он ее просто не съест, понял. И что мне это даст-то? Для чего мне это? Я пока не знаю, для чего мне вообще это. О, звание. Ну, пойдем сходим. Хоть что-то у нас открыто. А то все закрыто. Неразбиваемо. Ужас. О, а тут солнышко светит. О, все на время. Ужас какой. Еще и обезьяны. О, не знаю, как с этим справляться. Надпись на часовне. Только ночью ты увидишь настоящий зоопарк. Позвони в колокольчик. Обязательно. А кто махает, я не пойму. Кто-то чего-то махает. Ага, нам надо стрелку как-то переместить. А, он взлетает. Что это нам дает? А, это потерянный тип. Позвонив... О, тут все на этом прицеле заточено. Ага. Обезьяна, дай мне монету, эту шестерню. Нет, он не залазит. Ты можешь эту сдвинуть, нет? Нет. Только в ночь ты увидишь настоящий зоопарк. Нам надо время перевести. Похоже, ее можно сдвинуть. Кого ее? Стену, что ли? О, жвачка. Так, рыба. Это что это? Вот так вот это слоник. Вот так это осьминог. Вот так на свинью чем-то похоже.
огонь, что ли? Обезьяна? Непонятно. Ты можешь на это залезть? Нет, он на это не может залезть. Так, там написано, ты можешь это сдвинуть. Что? Что? Ворота, что ли? Ну-ка. Нет. Где у нас там аппарат с жвачкой? Ага, он там. Что-то все закрыто. Открывай, как хочешь, называется. Что, не перепрыгнешь, что ли? Далее. Сложный уровень пошли. Когда я шел, здесь было написано, ты можешь это сдвинуть. Что сдвинуть? Это что ли? Клетку он не может сдвинуть. Так, у нас тут что-нибудь написано? Острее часовни указывает на солнце. Это я и заметил. Переведите его на луну. Это я уж понял. Переведите острее часовни, прыгнув... Так, переведите острее часовни, прыгнув на переключатель. А что за переключатель? Если ты не можешь собрать некоторые вещи днем, собери их ночью. Осторожно, ночью все даже обезьяны не те... Три пилюли сжатия справятся с трехголовым растением. Какой-то переключатель, да? То есть я там не заметил переключатель? То есть ты хочешь сказать, когда будет ночь, эти обезьяны превратятся во что-то и разорвут клетку, и я смогу взять шестерню? Но я вот не вижу никакого переключателя, если честно. Какой переключатель? Никакого переключателя не вижу, короче. Может, там переключатель какой-то? Вот эта вот штука. Опять не догоняю. Опять надо продолжать, когда я пойму, что все заточено под этот, блин. Под стрельбу, как не догадался. Ужасно. Так. Опа. Кругом одни головоломки. Так. Чего у нас? Монеточка. Везде эти обезьяны. Они потом с ума сойдут. Такое ощущение, что каких-то огромных монстров превратятся. Так, ну тут, естественно, самое главное, это вот эта клетка стоящая. В ней что-то нужно делать. Так, жвачка, значит. Ага. А я не могу вызывать... Почему я не могу вызывать? Странно. Это мне пилить-то сколько? Почему я не могу вызывать? Странно. Это очень странно. И все усложняет. На своих маленьких двоих надо сюда идти. Так, жуй. Давай.
Давай. Давай. Дуй, дуй. Отлично. А этого я не могу вызвать. А стрелять он не умеет. Это надо баг за меня отсюда пулять. Офигеть. Смотри-ка, попал. Это все, конечно, хорошо, но в клетку нам как попасть? Видно, зря вообще пришел, потому что сюда надо нам сначала сделать так, чтобы было 12 ночи, а не 12 обеда. Я не понимаю, почему я не могу его просто вызвать. Так, это туда. Так. А тут у нас, Ага. Ну, тоже какие-то головы. Так, это что такое? Блин, не могу вызывать. Это очень плохо. Между прочим. Даже вдвоем нет. Значит, его выталкивать, типа, на их ящики. Ну-ка. А-а-а. Так я их так возьму. А-а-а, я понял. Мы вообще напор воды вообще убираем, чтобы баг смог пролезть. Обезьяна вообще не понимает, что происходит-то. Так, ну и тазом встанем. Нормально. Так еще расселся удобно. Нифига. Блин, не получается. Почему-то. Ага, так он вообще ушел. А, все, не появляется. Так, как мы пинаем? Но это последняя эпоха, и поэтому понятно, почему так все сложно. Бомба? Или что это? Часы какие-то. А. Теперь найди остальных. Это мы всего лишь на час стрелку перенесли. Всего лишь на час. Тут у нас какой-то бассейн. У тебя 10 секунд, чтобы переключить рычаг в бассейне и стать переключателем. Да? Отдай. Чего нужно делать? Не успел, что ли? Что-то сделано не так. Может, надо сразу на центральный? Давай к этому переключателю. Ой, бакс. Ага. Появилось. А с этими что делать? Понятно. Там ведь что-то лежит. Как он сложно управляется под водой. Что такое?
еще два где-то. А ракушки эти, в них ведь явно что-то сокрыто. Но не представляю, как открывать. Моркошкой под воду не стрельнешь. Так, где мы еще не были-то? Погоди, а мы что, его закрыли, что ли? Блин. Ой, как это тупо. Он ведь нам нужен сейчас будет. А, блин. Капец. Все усложняется. Если бы могли бы вызывать, тогда бы намного проще было бы. А там он и нужен, как раз таз, потому что вон жвачка там. И нам это перелететь надо, понятно. Кущи. Так, полетели. Эй! Блин. Взяла, лопнула. Какого фига? Жвачка-то. Жуй давай. Молодец. Слишком высоко. Вау, ты давай это. Так. Еще одна? А где у нас еще одна? Птичка, давай это. Ну давай соберем их тоже. Попробуем. Ну одну взяли хотя бы. Потому что там еще 25. Явно как-то возвращаться. Так, получается, здесь мы взяли, час, здесь мы час взяли, а вот здесь мы, по-моему, час не брали. Что же мы там упустили? Что же мы там упустили-то? Что же мы там упустили? Где-то тут час должен находиться. Но где? Внутри клетки... Я не вижу его внутри клетки. А, вон еще. Блин, еще вызывать нельзя. Там еще жвачка выше есть, так что мы тут летать должны вообще. Как ракета. Давай. Давай, надувай. Молодец. Теперь еще здесь. А куда мы полетим? Отсюда куда полетим? Вот это мне уже непонятно. Сейчас увидим. Давай выше куда-нибудь. О, 25. Ну давай, немножко же. Есть.
отлично. О, тут даже это медаль есть, которая нам нужна. Даже все акми собрали. Нифига себе. Уровень, я бы сказал, такой не маленький. Вон последний час. Кусты такие плотные, должны пройти. Так, допустим, последний час. И что сейчас произойдет? И... Интересно. Солнце сменится. О, даже загрузка. Ого. Ну, хоть музыка на злобную не сменилась. А, пока у них какое-то бешенство. Нифига себе. Тазоподобные существа. Что? Сейчас из них что-то вылезет? Нифига. Вы чё обратно-то убежали? Я офигею, мне чё, всё заново это проходить? Ну теперь ночью, да? Не, ну прикольно. Ладно, пойдем туда уже в следующей серии. Что ж, это был диджей Виджилан. Надеюсь, вам понравилось. О, мы вызывать теперь можем. Круто. Увидимся в следующей серии.